Всем привет! В этом ролике вас ждет подробный обзор 58-й серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Сериал подходит к концу, а интриг все больше. 57-я серия начинается с того, что Сергей пытается узнать у Алины, зачем она все это делает. Девушка говорит, что у нее одна цель – быть с ним вместе. Алина говорит, что осталась одна. И если бы он любил ее хоть на десятую часть так же, как Сашу, то все было бы по-другому. Но Сергей что-то задумал. Он под предлогом сходить за стаканом воды о чем-то просит Эдика. Затем Сергей предлагает Алине поехать в одно место, где можно подумать, как им жить дальше. Парень привозит девушку на дачу. Она говорит ему, что если они будут вместе, то будут жить в этом доме. Но неожиданно приезжает Эдик. Оказывается, Сергей планирует запереть Эдика и Алину на даче, чтобы успеть самому все рассказать Александре. Он пытается ей дозвониться, но Саша на встрече со своим знакомым Васей. А тем временем команда «Стиллард» готовит записать обращение Руслана на камеру, после которого у парня рушится карьера. Сергей находит Сашу в ресторане и устраивает там скандал, толкнув Сашиного приятеля. Сергей просит Сашу поехать с ним, но девушка отказывается. А Жанна Ивановна приходит к тете Нине, чтобы поговорить о Саше и Сергее, но Нина воспринимает женщину с опаской. Тем временем Саша просит прощения у своего знакомого, но он говорит, что может затаскать Сергея по судам, и чтобы этого не произошло, он готов простить Сергея, если девушка познакомит его с Люсей. Василий говорит, что Люся ему очень понравилась и советует Саше встретиться с Градским, ведь он действительно хочет сказать ей что-то важное. А тем временем Эдик засыпает на даче, и Алина крадет ключ от дома с его кармана. Но в самый неподходящий момент приезжает Филипп. Алина закатывает скандал Филиппу. Сергей с Олегом распивают алкоголь и думают, как Сергею признаться Саше. Сергей рассказывает Олегу, что выкупил их весь цветочный магазин и весь первый этаж. Теперь это собственность тети Нины. Олег говорит Сергею, что Саша не примет этот жест от Сергея, поэтому парень просит Олега презентовать девушке этот бонус от компании. Саша рассказывает Люсе о том, что Сергей вел себя очень агрессивно. Люся уговаривает Сашу поговорить с Градским, но девушка пока не решается. Сергей вечером перебирается алкоголем и звонит Саше, чтобы снова пригласить ее на разговор. Саша едет к Сергею. Он под влиянием алкоголя говорит Саше, что не может без нее жить и просит девушку не бросать его. Затем он говорит, что у него есть серьезный разговор, но Саша перебивает его своим поцелуем и ведет за руку в спальню. А у Андрея Градского начинаются серьезные проблемы с той аварией, на которой погибли родители Александры. На этом и заканчивается 58-я серия. Если вам понравился мой обзор и вы ждете выхода следующих обзоров, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал. Приятного просмотра!